очень хороший для Челябинцев отскок. Мяча бросается под эту главку Булат Хамхоев. Самоотверженно. Потому что кроме вратаря, наверное, в этой зоне некому было больше. Да, не оказалось. Все игроки полевые перевалились на один фланг. И только вратарь. Гирник. Подача в штрафную площадь. Скидка. И попытка удара. И удар все-таки. Как снова здорово реагирует Хамхоев. Невероятная реакция. Просто какая-то феноменальная. Вот. Именно что на уровне инстинкта. Здесь трудно было что-то просчитывать вратарю. Заранее выбирать выгодную позицию. Но как он успел среагировать. Мне кажется, даже замедленный повтор впечатлит. В этом смысле, потому что удар наносился Майровичем по летящему мячу после отскока. Удар из команд, выступающих на одном уровне с нашими нынешними. Вот какой момент. Голевой. Голевой момент продолжается. И два раза подряд пришлось отбивать мяч Хасбулату Хамхоеву. Леонид Герчиков. Это был первый удар. А второй уже, наверное, даже и еще опасней. После прострела слева Герчиков бьет Хамхоев. Этот мяч вытащил. Хасбулат Хамхоев. Благодаря ему во многом сегодня устоял с этим минимальным перевесом Амкар Пермь. Фон Бет Кубка России. 1-0 благодаря точному удару Ивана Матюшенко и многочисленным спасением ворот, который исполнил Хасбулат Хамхоев.